Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я покажу, как на устройстве ZTE Blade V8 Lite добавить фотоконтакта. В первую очередь переходим в приложение телефона, затем в раздел «Контакты», выбираем контакт, который мы хотим добавить фотку, затем нажимаем «Редактировать контакт», тыкаем по иконке карандаша, затем тыкаем по иконке фотоаппарата, чтобы добавить фотку, можем сфотографировать или же выбрать готовое фото из галереи. Как я и поступлю, выбираем фотку, затем ее обрезаем, нажимаем «Готово» и «Сохранить». И как вы видите, картинка контакта добавлена. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока!